Автомобиль от Toyama Auto. И перед тем, как рассказать вам непосредственно о этой машинке, я, как всегда, свой спич двину. Он, кстати, не приготовлен, я немножко подумал и сразу вам довожу до вашего сведения, что хотелось бы поговорить для начала о том, что живем мы в мире иллюзий. Потому что некоторые из представителей Магнитогорска страдают тремя заболеваниями. Ну, это обезьянистость. Второе заболевание – это кривые понты. И третье заболевание, ну и мы тоже иногда страдаем, это дилетантство. Так вот, теперь разложим по полочкам. Что такое обезьянистость? Ну почему-то мы все-таки не можем быть эксклюзивными. И вот один человек купил кукурузеру, все пошли покупать кукурузеру. Посмотрите на Америку, зайдите в интернет в конце концов, зайдите на японский сайт, пожалуйста, Дрому.ру есть. Выберите свой индивидуальный автомобиль. А то вот товарищ у меня купил какой-то дохленький Mitsubishi Pajero. Вот. Взял бы серьезный американский, да, серьезный двигатель 5.6, что нормально было бы. А так я даже по номерам приходится мне вычислять. Смотрите, потому что все накупили, ну, все мы такие крутые. Хотя серьезный джип должен иметь, серьезный двигатель. Так, дальше. Что касается кривых понтов, второй вопрос. Почему-то все побежали покупать новые автомобили. Я не знаю, что у нас настолько люди богатые. Что-то не заметил. Потому что, ну, не вижу я вас ненаглядных в различных там досуговых центрах, а вижу вас в очередях в кредитных банковских. То есть денег-то особых нет, а вот опять же, новое поперло, блин. Не знаю. Вот, кстати, этот автомобиль при последнем кузове не новый, но почти как новый. И о нем чуть позже. Теперь третий вопрос – дилетантство. Сюда попадают все люди. Те, кто говорит, что вот мы любим полный привод, те, кто говорит, что вот как-то мы на механочке хорошо катаемся, и те, кто говорит, что правый руль – это есть плохо. Опять же скажу, что на правом руле для вас информация такая – есть добрая половина земного шара. Почему? Да потому что это и Великобритания вместе со всеми колониями, там Пакистан тоже не слабая населенная страна, Индия тоже так чуть-чуть, да, 2 миллиарда. Вот, Австралия тоже, там еще более конкретные машины, ну и, собственно говоря, Япония. Так вот, собственно говоря, Японии, а теперь же, переходя к автомобилю, ой, какие машинки. И плюс, они красятся даже. Вот, например, сегодня Mazda 6, Mazda Atteza. Я, вспомнив Максима Смирнова, скажу, что да, я действительно тоже поклонник Mazda 6. А тем более Mazda 6 в последнем кузове, ну, в предпоследнем. И здесь я на море только насчитал 8 лампочек. Красиво, да? Ну, а теперь вопрос цены этого автомобиля. Вопрос цены этого автомобиля – это 300 с небольшим. То есть в 3 раза дешевле, чем новый автомобиль. Ну, головой соображайте. Я детально посмотрел. Ну, есть некоторые следы эксплуатации, но они не критичны. У вас точно такие же следы эксплуатации будут, ну, примерно через месяц-два, потому как бесполезно в идеальном состоянии оставлять автомобиль. Что касается того, что здесь с двигателем, это 2 литра. И, разумеется, это автомат. И 140 лошадиных сил, и машина проходная. И даже вот, несмотря на то, что, ну, пробег кого-то может смутить 95 тысяч километров, я скажу, что это не пробег, потому как серьезные машины, а это уже вилы в бок тем, кто вот любит гарантию, не должны ломаться. Она не, и не ломается, машина. Ездили мы и на тех машинах, которые с пробегом свыше 100 тысяч километров, и для Японии и с ихними дорогами это просто идеал. Теперь, что касается Toyama Auto. Ну, кто привез машину, понятно кто. В очередной раз мы очень быстро приехали, даже невзирая на то, что на улице минус 21 градус, холодновато так поснимать, и получили максимум удовольствия. Потому что для такого автомобиля, для настолько безопасного автомобиля, это совершенно не цена. Теперь про безопасность. 7 подушек безопасности, как, неплохо, да? Вот, из примочек уже, которые добили меня окончательно, это вся маздовская очень-очень стильная панель. Да, это есть Zoom Zoom. И это не есть Ford Taurus.
Но вот, кстати, когда я искал Ford Tourer, я потом начал думать, что Mazda 6 меня бы впечатлила. И она действительно меня впечатлила. А теперь куда же с такими машинами обращаться? Конечно, в Toyama Auto. Вот теперь же задумайтесь, посмотрите. Теперь есть возможность и в скором времени самим поучаствовать в аукционе. Ну, придется, правда, посидеть чуть пораньше, потому что в Владивостоке и в Японии разница с нами 5 часов. И все, выбирайте свою машину. Участвуйте, выигрывайте торги и покупайте настоящий японский автомобиль и в отличном правом руле, который не перестает мне нравиться.